Новый магазин открыли в селе Оксино. Его собственником является Ненецкий Окрпотребсоюз. Современный, теплый и уютный торговый объект закрыл потребности села в обеспечении жителей товарами первой необходимости. На прилавках всегда свежий хлеб и молочная продукция. Впрочем, каждый житель Оксино найдет для себя в магазине товар по душе. Так, давай. Ой, здесь. Этот магазин возводился в рекордно короткие сроки. По собственному проекту и всего за 2 месяца компании «Транзитстрой» удалось возвести на месте старого новый, современный и, самое главное, теплый магазин. Строили мы это по собственному проекту, готовили сами материалы, готовили тоже Волков сам завозил. Ну и бригада ребят, которые работали, они старались уложиться. Мы хотели построить 2 месяца, в принципе, у нас так и получилось 2 месяца. Так что думаю, что неплохо получилось. Здание модульного магазина построено в Оксино за счет субсидий, предоставленной Нижнепечерскому потребительскому обществу в рамках окружной программы развития торговли на территории сельских поселений. Как отметила председатель совета Наталья Кардакова, магазин площадью 180 квадратных метров позволит вместить все самое необходимое. Ну, конечно же, в первую очередь администрации Ненецкого автономного округа, непосредственно губернатору, что нас всегда слышат и нам всегда помогают. Это, и, конечно, и субсидии вот по строительству, это субсидии по доставке, это субсидии по хлебу. Это получает не только потребительское, это поддержка потребительских обществ, но и поддержка всего населения сельского. Просторные торговые площади позволили обеспечить широким ассортиментом продуктов и других товаров. Свежие овощи и фрукты, различная бытовая химия и товары первой необходимости. Также каждый день жители села радуют свежий хлеб, который регулярно выпекается в собственной хлебопекарне и продают в новом магазине. С внешней стороны кажется маленький, а внутри зайдешь, все прекрасно, очень хорошо. Ассортимент как? Ассортимент. Ну, я еще пока не смотрелась по-хорошему, но много хорошо. Не то, что в том магазине, которым продавали до этого. Наконец-то совершилось долгожданное событие для всех жителей села Оксино. Построен новый хороший магазин, который будет пользоваться большим спросом нашего населения. Событие долгожданное, волнительное. И мы, как покупатели, как жители села Оксино, в первую очередь надеемся, что в данном магазине будет большой ассортимент товаров, будут доступны цены для населения. И хочется спасибо сказать нашей потребкооперации, что она живет, развивается. Вот один из примеров развития строительства этого магазина. Успехов, процветания нашей потребкооперации. Ну и чтобы они по максимуму удовлетворяли наши потребности жителей в промышленных продовольственных товарах. В прошлом году при поддержке окружного бюджета новое модульное здание магазина потребкооперации появилось и в Нельмином Носе. В этом году планируется запустить магазины в Харуте и Харивере. На очереди строящийся модульный магазин в поселке Бугрино, где торговая точка временно размещается в помещении, арендуемом у СПК «Колгуев». Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, телеканал «Север».